В Эл-Энерии оставили без воды несколько населенных пунктов. Так, с 4 февраля остановлена подача воды в Ровеньках, Свердловске, Молодогвардейске, а также ряде поселков Краснодонского района – Новосветловке, Огульчанска, Белоскелеватово, Самсоновке, Краснодона, Энгельсово и Широково. Отключение водоснабжения оккупанты объясняют ремонтными работами на Новосветловском и Ольховском магистральных водоводах. Об этом пишет «Информатор». Сокращена подача воды на 100%. Ориентировочное время, когда могут включить людям воду – 6 февраля. До этого времени местное население вынуждено решать проблемы отсутствия воды самостоятельно. Не позаботились самозванцы у власти ни о пенсионерах, ни об инвалидах. А в оккупированном Луганске отдельным районам воду до сих пор подают по графику. С этой недели местные могут даже два раза в день видеть воду у себя в домах – утром и ночью. И это уже не связано с ремонтом. Просто боевикам безразлично то, что люди почти два года живут без воды.